Начинаем готовить плов из говядины. Казан разогрел, разогретый уже. Сейчас наливаем масло. Засыпали говядину, перемешивали. Обязательно. Сейчас обжариваем минут 10, потом добавим воды и будем тушить минут 30, чтобы мясо стало мягким. А в это время подготовим сейчас лук, нарежем и морковку. Режем морковку и режем лук. Курам несем необходимые для них отходы. Морковка. В данном случае сейчас они будут очень рады. Нет, не рады. Не голодные. Были бы голодные, налетели. Мясо тушится. Морковка нарезана. Тут куры к нам в гости пришли. Даня тем временем намывает машину. Даня, что делаешь? Протираю пол. Молодец. Засыпали морковочку сначала. Добавили лук и специи. Так обжариваем 5-7 минут. Потом добавим воды и потушим закрытой крышкой. Ну вот сейчас запах. Чеснок. Вода. Тушим пару минут. У нас все готово, чтобы высыпать рис, тайский рис. Пачку не будем, много ставим. Высыпем. И воду обязательно. Так, чтобы на 2 сантиметра скрыло. Достаточно. Закипело. Убавляем огонь. Закрываем крышкой. Почти готово. Достали. Сняли крышку. Перемешали наконец. Сейчас 5 минут и готово. Ну, естественно, забыл снять главное видео. Очень вкусно получилось. Сейчас дочка кушает. Спросим ее, понравилось ей.